Всем огромный привет! Сегодня я нахожусь в магазине Leroy Merlin, это город Ульяновск. Хочу показать вам кухни, представленные в этом магазине. Ассортимент очень большой, поэтому обзор будет очень насыщенным и интересным. Оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! В нашем Leroy Merlin собрали новый вариант кухни. Это кухня Берлин. Размер этой кухни 2 метра 20 сантиметров. Фирма Делина. Покажу вам верхние шкафчики, точнее верхний ряд шкафчиков и нижний ряд. В нижний ряд входит мойка, стол на 40 с выдвижными ящиками, далее секция с духовым шкафом и на 40 со створкой. Верхние шкафчики все глухие. Стоимость представленного комплекта мебели 64 578 рублей с дополнительными товарами 107 450. В эту сумму уже входит варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, смеситель, мойка, а также сушилка для посуды. Это комбинированная кухня, называется Берлин и Нордик, вот как раз Берлин, здесь нижняя часть. Это угловой вариант кухни, размер этой кухни 180 на 160 сантиметров. В самом краю угла находится мойка, далее угол, глухая створка. Секция с выдвижными ящиками под варочной панелью, и здесь спрятан холодильник, он встроенный. Верхние шкафчики идут уже другого цвета. Стоимость этого комплекта мебели 50 643 рубля, а стоимость с дополнительными товарами уже дороже. Вы можете приобрести вот как раз прямой вариант кухни, угловой, здесь уже совсем другое наполнение, и П-образный. Стоимость я все показываю. Данный вариант кухни тоже угловой. Размер этой кухни 2,30 на 1,40 м. Кухня называется «Фенс». А цвет здесь идет комбинированный, здесь цвет мята и белый. Кухня очень красивая, изготовлена она из МДФ. Здесь очень классно подобрана столешница по цвету. И к ней предлагаю белую мойку и белый смеситель. Посмотрим угол, как он выглядит. Смотрите, какое классное наполнение, ничего лишнего абсолютно нет. Варочная панель четырехкомфорочная, электрическая. А также здесь предлагают очень красивую вытяжку в цвет кухни. И покажу вам верхние шкафчики, как они устроены. Стоимость этого комплекта 91 864 рубля. С дополнительными товарами уже цена будет 139 644. А как вам этот комплект кухонной мебели? Смотрите, здесь совместили две абсолютно разные кухни. Это сосна, лофт и пунш. Очень красиво смотрится. Размер этой кухни 3,60 на 90 сантиметров. Нижняя часть – это кухня пунш красного цвета, она на ножках. И представлена здесь как угловой вариант. А верхние шкафчики – это из кухни сосна лофт. Тоже очень красивый цвет, под дерево темное. Красиво подобраны ручки. И за отдельную стоимость к этой кухне предлагают еще подстолье, металлокаркас и столешницу. Очень классно выглядит. Стоимость этого комплекта 67 992 рубля. Но с дополнительными товарами цена уже будет 104 463 рубля. Входит в стоимость варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, мойка, смеситель, сифон, столешница и подстолье. Покажу вам бюджетный вариант кухни. Изготовлена она из ЛДСП. Называется это кухня Белла. Размер кухни 2 метра 40 сантиметров. Кухня белого цвета. Покажу вам нижний ряд шкафчиков, как все здесь устроено. В кухне предлагается газовая варочная панель. Покажу вам также верхний ряд. В этом проекте присутствует даже вытяжка. Эта кухня является модульной, поэтому каждый шкафчик можно приобрести по отдельности. Как, например, вот этот шкафчик под мойку на 60 см стоит 1658 рублей. Шкаф напольный на 40 см с выдвижным ящиком и со створкой стоит 1483 рубля. Далее идет шкафчик на 60 сантиметров, он предназначен для варочной панели. Внутри шкафчика находится полка, цена 1658 рублей. И дальше рабочий стол идет на 80 сантиметров, его стоимость 2220 рублей. Верхний шкафчик со створками и с открытой полочкой на 80 сантиметров стоит 1136 рублей. Далее идет шкафчик над вытяжкой 717 рублей, он 50 сантиметров.
Далее идет шкафчик на 40 со створкой и с открытой полочкой, его стоимость 748 рублей. И шкафчик на 60 сантиметров с сушкой стоит 863 рубля. Сушка продается отдельно за 307 рублей, сюда в стоимость она не входит. Кухня стоит 10 541 рубль, а с дополнительными товарами ее стоимость уже увеличивается до 24 838 рублей. Покажу вам также размеры и стоимость отдельно каждого шкафчика. Еще вот нашла стоимость на сопутствующие товары, может быть, кому-то будет интересно. Если интересно, пожалуйста, вот смотрите. А также кухня Белла есть в эконом-варианте. Метраж этой кухни 1,80 м, и стоимость ее 6304 рубля. Эта цена на сегодняшний день считается лучшей по данным Леруа Мерлен. Кухонный гарнитур Айс. Длина этого гарнитура 190 сантиметров. Гарнитур белого цвета, очень красиво смотрится. Моделька новая. Верхние шкафчики покажу вам. Здесь всего 3 секции. И нижние шкафчики. Из дополнительных товаров предлагают духовой шкаф, варочную панель, мойку и смеситель. Покажу вам навесные шкафчики. Здесь внутри аж две полочки. Это секция с вытяжкой. Следующая секция тоже очень интересная, скомбинированная из двух цветов. Внутри находятся полочки. И секция, где находится сушилка для посуды. Наверху имеется также дополнительная полка. Посмотрим с вами также нижний ряд шкафов. Здесь находится мойка и организация хранения в ней. Далее идет шкафчик на 40 с полочкой. Подвижные ящики. Здесь их 3 штуки. Стоимость 86 062 рубля, а стоимость проекта целиком 139 100 рублей. Кухонный гарнитур Nordic. Длина этого кухонного гарнитура 2 метра 25 сантиметров. Из дополнительных товаров предлагают варочную панель, врезную мойку, очень крутой смеситель, мне очень нравится. Смотрите, как классно смотрится верхний ряд шкафов этого гарнитура. Необычно очень. А также к этому гарнитуру идет и барная стоечка, вот такая небольшая. Стоимость шкафов 39 841 рубль, с дополнительными товарами будет практически 58 тысяч. Данный вариант кухонного гарнитура подойдет для маленькой кухни, называется он фрейм светлый. Метраж этой кухни 180 сантиметров. Покажу вам верхние шкафчики, здесь всего 2 на 80 и на 40 сантиметров. А также покажу нижний ряд, это напольные шкафчики. На 80 идет с врезной мойкой, на 40 с выдвижными ящиками и на 80 с варочной панелью с врезной. Кухня очень красивая. Предлагается здесь кухня еще и вытяжка, но это за отдельную стоимость. Стоимость кухонных шкафов без дополнительных товаров 37 968 рублей, а с дополнительными товарами цена уже 62 358, что входит, смотрите. Покажу вам еще один вариант бюджетной кухни, называется она Дуб Шато. Кухня изготовлена из материала ЛДСП, размер кухни 2 метра. И еще эта кухня является модульной. Покажу вам верхний ряд шкафчиков, как они выглядят. И нижние секции тоже покажу. Шкафчик на 80 сантиметров с полочкой внутри стоит 1584 рубля. Шкафчик навесной на 40 стоит 1094 рубля, внутри полка. И шкафчик на 80 точно такой же, как и предыдущий, 1584 рубля. Напольный шкафчик на 80 сантиметров с врезной мойкой стоит 2861 рубль. Мойка не входит в стоимость. Далее идет стол на 40 с выдвижным ящиком и со створкой 2254 рубля. И стол на 80 с полочкой 2861 рубль. Стоимость представленных шкафов 12 168, а с дополнительными товарами 26 810. Также покажу стоимость каждого отдельного шкафчика и размеры к ним, если вам интересно. И сопутствующие товары тоже здесь указаны. Можете посмотреть. Данный кухонный гарнитур тоже скомбинирован из двух кухонь – вереск и васаби. Длина представленных шкафов 2 метра 20 сантиметров. Покажу вам верхние шкафчики. Это как раз из кухни васаби, видите, зеленого цвета. И они глянцевые, а низ кухни – это вереск под светлое дерево. Дополнительную бытовую технику здесь тоже предлагают.
Стоимость представленных шкафов 43 522 рубля, а с бытовой техникой и дополнительными товарами стоимость будет 74 052 рубля. Из дополнительных товаров есть бытовая техника, это духовой шкаф, он находится здесь в таком небольшом пенале от этой кухни. Далее предлагают варочную панель двухкомфорочную электрическую, смеситель и мойку, а также к этой кухне предлагают еще и вытяжку. В Леруа Мерлен еще есть один вариант модульной кухни, называется она Палома, изготовлена она из МДФ, размер кухни 2 метра 40 сантиметров. Верхние шкафчики вам покажу, все они глухие, без стекла. Цвет кухни очень красивый, называется графит. А также покажу вам нижний ряд напольных шкафчиков. Сейчас все озвучу вам по ценам, потому что кухня является модульной. Шкафчик навесной на 80 сантиметров, предназначен для сушки посуды, цена 2516 рублей. А напольный шкафчик на 80 стоит 4092 рубля. Здесь он предлагается под врезную мойку. Далее шкафчик навесной на 40 стоит 1485 рублей. А напольный с выдвижным ящиком и со створкой 2840 рублей, он также 40 сантиметров. Навесной на 80 сантиметров с полочкой внутри стоит 2516 и шкафчик на 80 с рабочей поверхностью 4092 рубля. Стоимость представленных шкафов 21 866 рублей, а с дополнительными товарами и бытовой техникой 34 546. Также покажу вам стоимость каждого отдельного шкафчика и размеры к ним. Еще раз напоминаю, что кухня эта длиной 2 метра 40 сантиметров. А как вам такой вариант модульной кухни? Называется кухня сосновыбеленная. Это тоже МДФ. Размер кухни 1,80 на метр. Очень красивый цвет. Покажу вам верхние шкафчики. Здесь представлены три позиции. И нижние шкафчики. Угловой вариант. Верхний шкафчик на 80 сантиметров стоит 1614 рублей. Далее идет секция на 40, 1140. И шкафчик навесной над вытяжкой стоит 950 рублей. Шкаф напольный 60 сантиметров шириной стоит 2470 рублей. Далее идет шкафчик на 40 сантиметров с выдвижным ящиком 2090. И в углу находится шкаф напольный на 80 сантиметров. Он стоит 2850 рублей, но здесь он с одной створкой. И плюс еще понадобится угловой элемент. Он стоит 300 рублей. Это для того, чтобы собрать угол. И с этой стороны шкафчик на 40 с выдвижным ящиком 2090. Стоимость представленной кухни 13 642 рубля с дополнительными товарами, стоимость уже будет 28 405 рублей. Покажу вам также стоимость каждого отдельного шкафчика и размеры к ним. А этот кухонный гарнитур называется Леда. Здесь два цвета, белый и серый, скомбинированы. Длина этой кухни 2 метра 40 сантиметров. Покажу вам верхние шкафчики. Здесь есть секции со стеклом и глухие секции. Все они открываются наверх вот таким образом. Далее покажу вам нижний ряд. Здесь представлена мойка, ниша под стиральную машину, секция с выдвижными ящиками и подварочную панель с духовым шкафом. Покажу вам, как выглядит мойка в этом шкафчике и организация хранения в ней. Как вам такое мусорное ведро? Мне очень понравилось. Стоимость его 934 рубля, объем 13 литров. Стоимость представленных шкафов 49 268 рублей, а с дополнительными товарами стоимость будет 122 288 рублей. Кухонный гарнитур «Пунш и Айс». Кухня небольшая, размер этой кухни 1,80 м. Покажу вам верхние шкафчики и нижний ряд шкафов тоже. Кухня небольшая, но вместительная. Верхние шкафчики представлены как один элемент. Открываются они наверх, стоят доводчики. И нижний ряд, здесь секция под духовой шкаф с выдвижными ящиками и мойка. Мойка врезная. Стоимость шкафов 47 583 рубля, а проект стоит 106 485. В Леруа Мерлен представлена еще одна модульная кухня, называется она Тортора. Ее размер 2 метра 40 сантиметров, изготовлена она из МДФ. Покажу вам верхние шкафчики. В основном они здесь представлены на 40, 60 и 80 сантиметров. И нижний ряд.
Это стол под мойку на 40 с выдвижным ящиком и 2 стола на 60 см. Верхние шкафчики на 60 см внутри с полочкой стоят 2188 рублей. Далее идет секция на 40 навесная 1931 рубль. И секция на 80 см 2901 рубль. Внутри находится сушка для посуды. Хочу показать вам, как выглядят фасады этой кухни. Цвет очень интересный, он под металлик, и ручки в цвет кухни. А также покажу вам цены на нижний ряд шкафов. Вот представлен на 80 напольный стол 4416 рублей. Далее идет секция на 40 с выдвижным ящиком. Его цена 3060 рублей. И на 60 сантиметров идет напольный шкафчик 3377. Их здесь два. Из дополнительных товаров предлагают плиту электрическую, вытяжку, мойку, смеситель, ну и сушку для посуды. Стоимость шкафов 23 438 рублей, а стоимость проекта с дополнительными товарами 34 656. Эта кухня называется Леда Бежевая. Эта кухня угловая, ее размер 215 на 140 сантиметров, очень красивый цвет. Кухня изготовлена из МДФ, в верхнем ряду имеются секции со стеклом. Также здесь есть небольшой пенал, в котором стоит духовой шкаф. Его предлагают здесь как дополнительный товар. Обратите внимание, что в верхнем ряду находятся шкафчики разного размера. Также из дополнительных товаров здесь предлагают варочную панель, четырехкомфорочную электрическую, мойку и смеситель. Покажу вам наполнение, как все здесь смотрится. Очень красивая столешница на этой кухне. Стоимость шкафов 74 821 рубль, с дополнительными товарами 98 650 рублей. Покажу вам еще один вариант угловой кухни, называется она Ницца. Кухня очень красивая, ее размер 2,40 на 1,40 м. Наверху практически нет шкафов, представлено всего лишь навесных 4 ящика, один из них со стеклом. И также покажу нижний ряд шкафчиков. Здесь тоже есть секция со стеклом, и она находится в углу. Из дополнительных товаров предлагают варочную панель и духовой шкаф. Стоимость гарнитура 44 442 рубля, а с бытовой техникой и с дополнительными товарами 114 082 рубля. В Леруа Мерлен также есть и кухни дорогие. Вот этот гарнитур называется Нэнси. Стоит он 99 131 рубль. Его размер 210 на 100 сантиметров. Он нежно-бежевого цвета с очень красивым напылением. Покажу вам поближе верхний ряд шкафчиков. Здесь даже вытяжку предлагают в цвет гарнитура. Из дополнительных товаров также есть еще и варочная панель электрическая, духовой шкаф, очень красивая мойка и смеситель. С дополнительными товарами и с бытовой техникой этот гарнитур уже будет стоить 197 200 рублей. В Леруа Мерлен очень много угловых кухонь, еще одна из них называется капучино. Кухня современная, тоже красиво смотрится, цвет капучино. Покажу вам угол. Здесь имеется небольшая барная стоечка. Размер кухни 200 на 120 сантиметров. Из дополнительных товаров предлагают варочную панель, духовой шкаф, резную мойку, смеситель и также еще корзины. Шкафчики открываются нажатием. Шкафчики глубокие, вместительные. Скрываются тоже нажатием. Стоимость представленных шкафов 52 532 рубля, с дополнительными товарами 133 793. Давайте еще посмотрим вот эту кухню, она называется Вереск и Айс, она скомбинирована из двух кухонь. Размер этой кухни 355 на 140 сантиметров, так как она угловая. Очень интересная кухня, здесь очень интересное наполнение. Из бытовой техники здесь предлагают холодильник, духовой шкаф, варочную панель, посудомоечную машину, а также врезную вытяжку. Кухня очень красивая. Стоимость шкафов 82 934 рубля, с дополнительными товарами 208 тысяч. Кухня фрейм светлый, размер 1,80 м, стоимость 20 947 рублей.
А этот кухонный гарнитур называется «Леда белая». Ее размер 1,80 м, цена 25 445. Кухня «Берлин». Длина этой кухни 1,80 м, цена 24 170. Фрейм темный, длина такая же, 1,80 м, цена 20 964 рубля. И Ницца, длиной 1,80 м, цена 21 275 рублей. Покажу вам также кухонный гарнитур, который называется Тортора. Длина этого гарнитура 2 м 80 см. Изготовлен он из МДФ. Цена 20 864 рубля. Фенс белый, длиной 1,80 м, стоит 22 272 рубля. Пунш красный, 1,80 м, длиной 23 516 рублей. Кухня Сосна Лофт, длиной 1,80 м, цена 19 105. Кухонный гарнитур Капучино, длиной 1,80 м, стоит 24 149 рублей. Леда серая, длиной 1,80 м, стоит 25 740 рублей. И кухня Несси, длиной 1,80 м, стоит 36 209 рублей.